Всем привет! Зовут меня Юрий. Сегодня у меня тема такая видео. Замена прокладки крышки клапанов. То есть саму крышку клапанов вот на этом двигателе. Это ниссановский двигатель. По маркировке смотрим. По маркировке ЖА15ДЕ. 1497 кубических сантиметров, ну, то есть 1,5 литра. Замена прокладки, еще раз, эти двигателя Nissan ставятся на небольшие автомобили этой фирмы, ну, такие автомобили, как или ставились Nissan Sunny, Nissan Pulsar, Nissan AD, Nissan Cube, ну, то есть цепной двигатель. Наша задача сегодня поменять вот эту прокладку. Саму крышку клапанов я уже снял, то есть не заснял я, как я разбирал. Она была, конечно, грязная вся, была в масле, потому что из-под прокладки бежала маслица, потихонечку капала. И вот здесь вот смотрите, здесь я уже отковырял, вот. Прям, ну, не в палец, но миллиметра по 3, по 4, местами по 5 миллиметров грязи тут на коробке, вот на этих вот агрегатах двигателя. Здесь вот был распределитель зажигания, я его тоже снял, из-под него бежало. Но видео не об этом. Видео о том, как я сейчас буду ставить на это место прокладку. А чем оно интересно? Ну, казалось бы, прокладка. А тем, что сама прокладка вот на данный момент в магазине стоит 1300 рублей, ну там 1290 с чем-то, не помню точно. У нас в магазине в городе Барнауле. Вот. В интернете смотрел, цены примерно такие же. И хозяин этого автомобиля, то есть мой сын, мой родной сын, попросил меня сэкономить ему 1300 рублей и поставить на этот автомобиль, то есть на свой двигатель ЖА15. Старую прокладку, она еще более-менее мягкая. Вот она, его старая прокладка. Я еще положил ее на батарею. Дома сейчас принес. Видите, она более-менее мягкая. То есть, бывают прокладки начинаешь разбирать, они вот так просто в руках рассыпаются. Но это как бы еще походит. Он попросил меня, потому что, ну, в наше тяжелое время, естественно, хочется меньше производить затрат. Ну, казалось бы, вот на это барахло. Вот это барахло, вот сколько бы оно стоило, если было произведено, ну, в нормальных условиях, в честной, честным ценообразованием совсем. Тут же в ее цене, если ее новую покупать, лежит и таможня, и доставка, ну и, конечно, прибыль продавцов. Я не осуждаю продавцов, ну, раз оно так складывается. То есть хочется немножко сэкономить. Вот она сама прокладка. Сейчас я возьму крышку, покажу. Вот она, крышка клапанов. Вот здесь, в этом углублении, здесь, как раз и вставляется эта наша прокладка. Ну, крышка ставится вот так. Вот. Наша задача что? Установить старую прокладку на место, но так установить, чтобы, ну, хотя бы один год, как просит меня сын, ну, хотя бы не год, хотя бы полгода, она не бежала, эта прокладка. Сейчас я попробую вам показать, как я это делаю. Ну, неоднократно делал со своим автомобилем. Там друзья просили, тоже делал. Короче говоря, смотрите. Так. Вот он, старая прокладка. Как бы не могу сказать, что старая крышка. Крышка бэушная. Ну и прокладка бэушная. Я ее сначала просто устанавливаю. Или как правильно сказать, примеряю, не растянулась ли она после того, как я ее вытащил отсюда. Так, вот так вот установил, вот так вот установил на место. Все.
вроде бы подходит. Ну, странно было бы, если бы японское не подошло к японскому. Двигатель вроде бы как этот контрактный. Ну, то есть прокладку, скорее всего, никто до нас не менял. Вот. Значит, прижимается она 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 болтами на 6. Диаметр самого болта на 6. Подключ на 10. Течет она почему? Где-то она просела. Ее надо, то есть, плотнее подтянуть. Она стала ниже, она немножко усохлась. Чтобы этот недостаток устранить, я сейчас что сделаю? Я сейчас туда вовнутрь укладу герметик. Вот прокладку убираю. Вот так вот раз. Убираю. В сторонку. Еще раз посмотрю. Я ее промывал растворителем. Посадочное место. Если нужно, еще раз протру. Протереть обязательно нужно. Как бы я знаю, что все чисто, но для самоуспокоения. Потому что я все промывал растворителем. Теперь вот она чистенькая. Неудобно, зараза. Теперь я туда тоненьким слоем укладу сам герметик. Для прокладок я пользуюсь вот таким герметиком. Опять же, не для рекламы, просто мне нравится наш, хотел сказать, советский, российский герметик. Ага, про силиконовый герметик от крупнейшего в России промышленного производителя силикона. Герметик ОАО «Казанский завод синтетического каучука». Хороший герметик делают, белого цвета. Мне он нравится больше импортного. Почему? Во-первых, он не вонючий. Это первое, что меня в нем привлекает. Во-вторых, когда он засыхает, он превращается, ну, можно сказать, такую на ощупь, не знаю как, на самом деле на ощупь, такую полноценную резину. Вот. Сейчас я его вот так вот намажу. Еще раз объясню, для чего я это делаю. Чтобы прокладку резиновую старую, которая у меня есть, приподнять повыше. Когда я буду прижимать эту крышку, головки блока цилиндра, где находятся клапана, под усилием вот этих вот 10 болтиков на 10, она должна поджаться и более плотно прижаться к плоскости. Стараюсь сделать тоненький слой. Ну вот, намазал я крышку. Конечно, тут вот немножко с подтеками, так сказать. Но это ничего страшного. Видите, пока она жидкая, ее можно вот так вот пальцами собрать. Почему собрать? Чтобы вот эти вот кусочки герметика не попадали потом в масляную систему двигателя. Здесь же будет горячее масло, и она будет все время омывать его. Хотя, вот на моей памяти, сколько я раз разбирал, вот, например, намажу двигатель, бывает, через год разберу, посмотрю, они вот так вот кусками висят. Вот. И к тому же для того, чтобы внутрь в систему не попадал этот герметик масляный, там есть такая сеточка масляная на маслоприемнике. Ну, то есть, другими словами, защита кое-какая есть. Ну, конечно, не факт, что она прям раз тут защитит. Поэтому лишнее лучше убрать. Пока я убираю вот это вот лишнее, вот это вот все, герметик немножко подсыхает.
достаточно 20 минут. Не надо, чтобы он в дуб высох. Хотя, если он высохнет в дуб, то есть станет дубовым, ну, таким, уже превратится в резину, тоже ничего страшного нет. Ну, мне хотелось бы, чтобы вот эта вот старая прокладка, бэушная прокладка, немножко туда утопилась. Вот в наш этот герметик. Сейчас я попытаюсь это показать. То же самое, чистую, промытую в растворителе прокладку попытаюсь сейчас уложить очень аккуратненько, как бы не сильно вдавливая вовнутрь. Немножко посадить нужно ее, но опять же говорю, не вдавливать так, чтобы она утонула, и смысл тогда вот этой намазки всей был бы минимальным. Так. Так вот. Конечно, лучше иметь новую прокладку. Никто с этим не спорит. В том числе и я. Ну, это такой, назовем его, эконом-вариант, который меня попросил сделать мой сын. Ну, то есть, сэкономить ему 1300 рублей в данном случае. И это правильно, я считаю. Потому что когда денег нет, то есть их мало, лучше их не тратить. Так, так, так. Ну, вот примерно на одном уровне я утопил. Так вот пальцем прошел. Ага, вот здесь вот маленько повылазило. Так прошел, чтобы герметик не выдавило. Чтобы под этой прокладкой в самой крышке герметик остался. Ну, там, если она поднимется на 2 мм, даже на 1 мм, этого достаточно будет. Сейчас, вот сейчас я ее придавил, и крышку эту еще раз проверю. Вот так вот посмотрю. Ага, здесь вот маленько. Здесь маленько торчит. Ну, трещинки-то уже есть в прокладке, что там говорить. Ой. Не по душе, мне самому это все, но пока у нас другого выхода нет. Вот так вот. Вот так. Пусть она теперь сохнет при температуре 15-18 градусов. Может, даже до утра пусть лежит. Ничего с ней не случится. Герметик загерметизируется, а потом я еще сверху пройду, но это я буду все показывать. Вот, убираем в сторонку. Намазали. Ну так вот, пока герметик сохнет, моя задача вот эти места, где прокладка будет соприкасаться с головкой блока цилиндров, очень тщательно почистить от остатков грязи и масла. Сейчас я это сделаю вот такой вот ветошью. В данном случае это же у меня туалетная бумага недорогая. Я уже как-то говорил на своих видео, что туалетная бумага мне нравится чем? Вытер и выкинул. Все. Меньше мараются руки. Так, вот здесь вот резиновая. Не резиновая, а от герметика. Вот видите, от старого, от заводского герметика остались вот такие. Как мазали их, это все можно очищать либо ногтем, можно ножичком, стараться, чтобы туда вовнутрь не попадало. Чем меньше грязи, тем лучше. Обязательно сейчас я это прочищу. Так вот. Так вот. Так вот очистим. Взял я вот такой из пластиковой бутылки, сделал сосуд, в него налил растворитель. Ну, я им, естественно, крышку отмывал. И сюда же сейчас, перед тем, как заворачивать вот эти болтики, чтобы
Резьба почистилась, головки. Сейчас я скидаю сюда эти болтики. Промою их здесь. 3, 4, все, я не ошибся. 10 болтиков. 10 болтиков. И заодно сюда же закину 2 болтика. Болта уже, можно сказать, на 8. Вот они. Которые держат трамблер. В растворитель. Теперь его вот так вот щеточкой почищу эти болты. Конечно, лучше это делать не над двигателем. Вдруг разолью. И сейчас у меня будет каша растворителя с моторным маслом. Уйду я отсюда, подальше. Видите, вот таким способом я промываю болты. Примерно покажу, что получается. Вот видите, был весь в масле, стал такой. Какие красивенькие. Растворитель хорошо, 646, хорошо отмывает всю эту нечисть. Ну вот видите, почистил в растворителе, побулькал, как новенькие болтики. Так, ну что, прокладка наша, которую я утапливал, немножко в герметик подсохла. Не сама прокладка, а герметик под ней подсох. Вот. Еще раз проверим, чтобы везде более-менее ровно было. И теперь нам нужно нанести сверху этой прокладки герметик. Вот она прокладка. Герметик берем и наносим. Наносим как на прямые участки. Такое, знаете, надо постараться сделать валик, ну, высотой 3 мм по всему периметру. По всему периметру и вот по этим вот, вот по этим вот заглушкам, так называемым, которые встроены в эту прокладку. Вот что можно увидеть. Вот они. Вот он сам валик. Здесь еще на большей части прокладки нету этого валика. Ну, нанесу, обязательно покажу. Видите, пальцем. Некоторые скажут, о, грязно работаешь, пишут мне тут. Ну, как умею. Вот пальцем прошел все. Валик постарался нанести. Видите, теперь оставлю этот герметик на пару часов засыхать. Чтобы он вот так вот валиком и остался. Вот так вот. А потом буду уже устанавливать его на крышку клапанов. Прошло примерно полчаса после того, как я замазал. Решил я не ждать несколько часов, а приложить на свое место вот эту вот крышку клапанов. Почему? Потому что она уже, вот эти вот все закоулки, вот эти все высохнут. И они не будут давать плотно сесть. Поэтому пусть она высыхает на месте. А притягивать я ее не буду. Вот так вот. Вот так вот беру. Вот так вот раз. И устанавливаю. Опа. Она вот здесь вот, где колодцы, встала четко. Посмотрел я в каждый. В каждый этот тоже. Все стоит на месте. Вот. Все стоит на месте. Теперь вот эти вымытые мною болтики, вот они, я их наживлю, чтобы отверстия не затекли герметиком.
Обязательно надо, чтобы они наживились, чтобы резьба болтов зашла в резьбу головки, которая держит крышку клапанов. Обязательно. Так. Сделал я большую отвертку и слегка крест-накрест приворачиваю крышку. Вот так вот, не зажимая, только момент соприкосновения герметика с головкой и с крышкой, а уже зажатие основное будет проходить, когда герметик совсем высохнет, через несколько часов. В этом месте, вот это вот, видите, как типа заглушки резиновые, здесь надо особое внимание уделить, потому что во всех книгах всегда пишут, что вот в этих местах, в углах, масло может просачиваться, потому что там меньше, видите, вот выдавливаю, меньше всего попадает герметика именно в углах. В принципе, крышка установлена, осталось только дождаться, когда высохнет герметик, и после полного высыхания от руки протянуть все эти болты. Специально они сделаны, я думаю, под отвертку, чтобы не сильно их тянуть. Потому что на 6 сорвать ключом нефиг делать. Он потихоньку лезет. Примерно точно так же он вылез и внутри. Я вам скажу, это немного. Потому что заворачивает. Тут еще я раз прохожу, как бы слабину убрать, чтобы крышка была более-менее ровна. Когда она слегка уже поджата этими болтиками, на нее можно, так сказать, одеть вот эти вот вентиляционные шланги. Опа! Я уже ее никуда не сдвину. И вот он, второй шланг. Сразу одеть хомуты на место. Одеваем хомут. Все, конечно, старенькое, пересохшее. Именно про шланги. Аккуратно надо работать. Вот он. Раз. Все. Значит, основная работа сделана. Еще раз повторюсь. Теперь ждем, когда высохнет весь герметик. Потом вот эту всю грязь герметика. Здесь вот грязь. Здесь вот все уберем и затянем. Обязательно покажу. Прошло примерно часов 5 по времени. Дозатягиваю я до конца эти болты. Сейчас вот хорошо видно вот этот засохший, затвердевший герметик. Поджался, и я думаю, что теперь вот здесь вот долго-долго не будет протекать масло. Ну как долго? Может, на год хватит, может, на полгода. Короче говоря, вот таким способом, нехитрым, восстановили мы прокладку. Прокладка еще не совсем убитая, поэтому будем надеяться, что ничего не побежит. Ну что нам осталось? Поставить трамблер. Это я уже в другом видео буду снимать. Очистить до конца. Все. Да, кстати, я обещал показать, как я буду тут лишнее обдирать. Хотя можно и не обдирать, чтобы не выдернуть. Наверное, вот здесь, где резинки, вот это вот резинки, трогать не буду.
А то повыдергиваю герметик изнутри, потому что сама резинка, она тянется. Всегда, каждый раз, когда делаешь, ну, примерно такую работу или примерно такую, каждый раз что-то новое, то есть одинаково не бывает. Здесь это вот так вот подберу все дело. Ну, это я чисто для красоты делаю. То есть, чтобы... Чтобы когда капот открывал человек, у него не создалось впечатление, что здесь свинарник. Хотя здесь было гораздо грязнее. Вся крышка была, ну, вот такого плана или вот такого. Еще предстоит очищать здесь все кругом. Ставим на место тросик газа. Вот так вот. Чтобы он не болтался. Все, осталось свечки завернуты, осталось поставить трамблер и на место установить. Ну, как здесь очищать, я уже показывать не буду. Я думаю, так все понятно. Все, всем пока.